Прошу прощения, я помешал. Все не так, как кажется. Слово чести. Я только оступился, запнулся и вот упал, а она там уже лежала. Жюс, это не он. Я клянусь, это просто неудачное стечение обстоятельств. Что? Это не мой муж. То есть, это не твой муж? Вы кто такой? И что вы делаете в моем доме? Убирайтесь, не то я гвардию позову. Повежливей, дед, я хочу с тобой поговорить. Вы, мне кажется, нам не о чем разговаривать. Да есть о чем. Должен признать, ты в замечательной форме для своего возраста. Здоровое питание и стаканчик вина по утрам прекрасно сохраняют. Интересно, а ты слышал когда-нибудь про статую Режинальда де Абре? В этом городе каждый о нем слышал. Он же национальный герой. Не Юли. Ты украл яйца Режинальда. Я в этом совершенно уверен. Я сейчас все объясню. Это... Розалинда, я знаю, что ты там. И ты, вот шахай. О, нет. Еще и он. Сегодня, правда, не мой день. Попался, паршивец! Выходи на бой! Ах ты! Что делается? Розалинда, одного бы я тебя простил, но двоих за раз! Погоди, я здесь ни при чем. Думаешь, я такой наивный? Вот я тебя тучу лезть к чужим женам. Сейчас не до того. Иди домой. Да, так будет лучше. Я уже ушел. Не знаю, кто вы, но без вас для меня все закончилось бы прескверно. Благодарю за спасение. Ага, так. Надо поговорить. Розалинда, любимая, ты нам позволишь? Ну ладно, признаюсь, я украл эти яйца. И вы не поверите, но они и правда действуют. Мы с Розалиндой сегодня уже 3 раза. 3 раза? Впечатляет. А то как же в моем-то возрасте? За день больше, чем за прошлые 10 лет. И все-таки ты украл эти яйца и должен их вернуть. Послушайте, может, мы договоримся, а? Оставьте мне яйца, а я вам заплачу. Не заставляйте себя упрашивать. С ними я снова молод. Пожалуй, я могу их тебе одолжить еще на день. Что ты на это скажешь? 1 день — это же еще 3 раза, не меньше. По рукам. Это я. Тссс, не так громко. Вы ее разбудите, и она снова захочет. Кого разбужу? Розалинду? Нет, Луизу, ее кузину. У нее
неутолимый аппетит. А я больше просто не могу. Что с того, что голова хочет, если тело уже не справляется? В последний раз я думал, у меня сердце выскочит. Вот, забирайте вы эти яйца и храни вас, святой Лебеда. Вам они пригодятся.